Forny Fatoza Bab. Hey, Finn. Pania. Honka. Run, Janky Hab. Inja, Inja. Narfa Garsha. Где-то хочу, это буду фоткать и вам показывать. Я же мать. Не сфоткала его какашки. Викусь, Олечка, Сонечка. А я с малышкой получаю 70 штук в месяц. Так что все бегал ко мне на страничку. Подскажу пол вашего будущего ребенка. Для этого нужно только ваше УЗИ. Цитата, меня легко войти. Ой, легко потерять. Вы мне найдете самое нужное, самое ценное информацию. Все о путешествии. Google топ 5 мест в Турции. Расскажу, как похудеть, ЗОЖ, ПП, все это в моем влоге. Наконец-то. Алена, какого цвета у меня зубная щетка? Лазурного цвета! Понятно. А если не моим станком бреешься? Наконец-то я ее домыла. Вот на телефоне подойдет, а ксерокопия паспорта подойдет. И вы не верите, то, что мне сейчас 17 лет. Я губы красную, помадой крашу. Я уже давно паспорт даже не ношу. Еще раз. Я 17, мне почти 18. Вот прям сейчас будет 18. Не вот чуть-чуть, еще 2 месяца. Мне сегодня 18 лет исполнилось. По закону только в соседей можете брать алкогольные напитки. Вы серьезно? Спасибо за комплимент. Рассказать вам, как стать чикой в инстаграме. Сейчас модно выглядеть, будто ты такая вся в фотошопе. Берем тональник и мажем, чем больше, тем лучше. Самое главное, чтобы выглядело естественно. Если мешки под глазами, то лучше побольше намажь. Если у вас нет спожика, размазывайте все пальцем, нормально.
лицо жжет уже. Когда ваше лицо достигнет результата фотошопа, переходим дальше. Сейчас мода наращивать ресницы, но если у вас нет денег на наращивание ресниц, закажите с Алиэкспресса накладные. Чем длиннее, тем лучше. Ну вот, очень естественно получилось. Придется их постоянно клеить, потому что они за 50 рублей. Теперь приступаем к зубам. Берем крышку от изика. Также можно использовать щетку. Зубная паста. И красьте, будто вы в говно. Если у вас недостаточно густые брови, то берем те же ресницы с Алиэкспресса. Ну как-то так. Теперь вы инста, чика. Ой, точно появилась другая. Нет, этот раз я не перепутала. Он только что Лёша сказал, то, что едет к ней, и то, что она ему не делает маски, и то, что он пояснит, да куда угодно. Да нет, конечно, я сейчас ничего не буду делать. Сейчас дома придет, поговорю с ним, все будет нормально. Может, я реально ошибаюсь. Это было только один раз. Все, давай. Ага, не буду ничего делать. Сейчас получит у меня. Видишь, что у меня зубки? Как раз таки они у меня грязные. Твоя любимая толстовка? Хрен тебе, а не мой подарок на 23 февраля. Посмотрим, как ты в следующий раз к ней пойдешь. Вот и он. Да. Выйти? А, вы уже приехали. Хочешь показать мне ее? Сейчас я выйду. Ну и где она? Ну? Вот, я машину купил. Машину купил? Я вообще ненавижу эту работу. Я ненавижу! Видите меня? Да я просто хочу нажраться нормально уже. Я девушка сына вашей подруги. Почему? Потому что пошла. Понимаете, у меня проблемы уже с семьей. Я не смогу работать. Я честно не хочу подводить ваш коллектив, поэтому простите меня, но так вот получается. Ну ладно, ничего. Бедняжка. Сереж, ну чего, как все дела? Меня... Какой красивый мальчик, а? Знал бы он, как ты носки свои расбрасываешь. Слушай, прости, тут моя мама... Это тот мальчик, который тебе нравится, да? Да хватит! Слушай, может, мы встретимся с тобой сегодня? Опять тут ничек вываляется! Да она даже хлеб резать не умеет! Мам! Поэтому тебя Андрей не бросил! Да помой я посуду, помой! Тогда поговорю! Ладно. Ой, Сереж, ну как тебе она? Хозяюшка растет. Мам! Сколько исполнилось? 19. Ого, по тебе не скажешь. Выглядишь на все 25. Видишь моложе. Спасибо. Лет на 12. Поздравляю. Спасибо. Теперь смерть на год ближе. С днем рождения. Спасибо, а как ты узнала? Вконтакте уведомление пришло. Ну все, теперь учеба, работа, дети, развод. С днем рождения. Россия обыграла Испанию. Я же бабки на Испанию поставила. Ну такой, знаете, чтобы мятный и не мятный. Голубой, не голубой, желтый, не желтый. Мятный. Вроде такого, а может же такого. Но чуть-чуть стиль такого, и чтобы похож на этот. Нежно-розовый? Нет. Ну понимаете, вот такой вот. Только чтобы таким был. Я даже не знаю. Ау! Вы можете не так больно делать? Давайте лучше сама все сделаю. Я тут это немножко испортила. Не дал мне даже деньги на это. Почему мне надо? Я не понимаю. Вы что такое? Я не понимаю. Дайте руку.